Обоим релизузум же хошбех тутсу. Пусть жизнь ваша будет долгой и счастливой. В горах Кельбаджар мы попали на юбилей. Столетие супружества Хатын и Ильяса Чафарова. Еще в прошлом веке изведали они все тяготы подневольного труда. Потом годы борьбы с врагами молодой советской власти. Сколько бандитов обезвредил Илья, самый меткий стрелок в округе. И всегда ему опорой была его Хатын. Что формирует национальный характер, похожесть людей, их взглядов, поведение, темперамент, традиции воспитания, язык? Да, но и природа вокруг. Вглядитесь в эти лица. Все в них от этой земли, такой суровой и строгой к своим возделывателям. От вольного ветра, палящего солнца. От древних загадочных гор, которые ближе к звездам, чем к земле.